Музыкальный критик Сергей Соседов, известный своими резкими и подчас провокационными заявлениями о звездах российской эстрады, поставил страшный диагноз Алле Пугачевой. Причем, по его словам, дело тут вовсе не в здоровье. Алла закончилась как певица. К сожалению, она одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант. Жалкие потуги под фонограмму, записанную в ее 50 лет, без слез смотреть нельзя, резюмировал Сергей Соседов. Критик, однако, уверен, что возможные проблемы со здоровьем тут ни при чем. Дескать, признание Примадонны о резком старении – своего рода пиар-певицы. Все эти разговоры про старость попахивают клоунадой. Не понимаю, зачем она это говорит. Она в 36 лет тоже утверждала, что является старой и больной женщиной. Наверное, у нее такая манера – пугать всех своим уходом. Конечно, здоровье у нее утрачено. Тем не менее, критик уверен, что с Аллой Пугачевой произошло ужасное. Его диагноз – исчезновение таланта. У Аллы как будто все ушло. Вся жизненная энергия потрачена на пластические операции. По их количеству она обогнала даже Майкла Джексона, рассказал он. Она не может ничего поделать, я в этом уверен. Нечем показывать, голос пропал, не осталось ничего от тембра, подчеркнул Сергей Соседов. Эта бывшая певица все никак не может угомониться. Она пищом лезет в новогодний огонек и тянет свою бездарную дочь. Когда ты это позорище смотришь, хочется плюнуть в телевизор. Уйди достойно, дай дорогу молодым. Сейчас, согласно сообщениям средств массовой информации, Примадонна выступает, но чаще всего на корпоративах. Большую часть своего времени она уделяет семье.